Поздравляю. Следующая фотография. Люблю хвастаться. Посмотрите. Догадайтесь, что это такое. Даже у меня действительно белые деревья были, но столько цветов. Ой, божечки мой. Ну, я читаю сопроводительное письмо. Груша уссурийская из ваших косточек. Так и было написано, из ваших косточек. Прелесть. Анатолий, привет. Вот, потом вы мне прислали еще вот эту фотографию. Она была сделана в 2020 году, значит, это только было высажено свеженько. Надеюсь, что... А это уже давненько было, да? Ну, что я скажу? Поздравляю. Вот. А что у вас впереди, боже мой? И вот новое сообщение от вас же, Анатолий. Маленькие зелененькие абрикосики на трех деревцах начинают расти. На трех деревцах. Это значит плоды. Поздравляю. После минус... Я вот ради чего писем-то я получаю много. Но как я мог пройти мимо? Минус 57. Ой, ё-моё. Где вы это? Я не могу за всем уследить. Я нажимал тут, Анатолий, видите, я посмотрел там ваше это. Но я не нашел вашего адреса. Отзовитесь еще раз. Мы еще раз напишем, что у вас было минус 57, что у вас маленькие зелененькие абрикосики. Ой. Речь уже идет не зелененькие саженцы, а зелененькие плодики. Вот. Потом сразу минус 57, потом 25. Ну, так и написано, минус 57. Жара 25-35, без дождя. У некоторых верхушки деревьев начали выпускать листочки и засохли. Я в поле, почвы после колхоза почти нет. Склон, пахали вдоль, ну это же колхоз, смыло до красной глины. 14 метров сухой порошок из глины, боженьки ты мой. 14 метров. Деревья помогут корням восстановить движение воды в землю и обратно. Такая засуха не страшна. Грецкий орех тоже выдержал испытание. Нет, что-то не то, может 47 или 37. Но грецкий орех не может выдержать минус 57. Не может. Мои замерзали от 35 до 40 уже замерзали. Поэтому у меня нет грецкого ореха. Вот. А ради чего я ваше письмо? Оно опять одно из сотни. Почему я его выбрал? Конечно, ради минус 57. И второе. Движение воды в землю и обратно. Деревья помогут корням восстановить движение воды в землю и обратно. Тогда засуха не страшна. Вот ради вот этих самых, вот таких вот. Вот, Анатолий, как ваша фамилия? Огнев, Огнев, Огнев. Ну, еще один из этих самых. Вот из кого должна академия составляться. Вот. Я потом ниже вам покажу эту дурь. А ведь ее составляли академики, профессора. Вот. Но это будет потом. Не портите же сразу настроение.